Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Дракона Всадники Олуха. Так, 16 день, 30 рун. Это мы забрали. Так, и давай смотреть. Есть ли у нас события? Нету. Арбузозавр? Слушай, ну это же скалотряс. Это его сородич, 100% тебе говорю. Но событий у нас, как всегда, нету, ребят. Это меня уже напрягает. И я думаю, не только меня это напрягает, но и многих других моих игроков, которые тоже играют в эту игру. Как же так-то? Как же мы будем собирать ресурсы, а? Скажи-ка мне на милость. А их нужно нам очень-очень много. Там нужны миллионы, ё-моё. Так, ладно, давай смотреть, что у нас здесь спрятано в паке. Грамгильда. Грамгильда, ребята, выпала. Так, это хорошо, пускай она потихонечку будет прокачиваться. Давай, наверное, сразу же с тобой посмотрим еще рекламный пак. Монета Одина. И здесь у нас... Так, лаварык, кревет, громобой защитник. И ресурсы. Так, слушай, у нас с тобой три железа есть. И я хотел отправить кого-то на прокачку. Просто мне не хватало тогда железа. Да что такое-то? Давай-ка камеру отдалим, наверное, что-то я не могу даже понять, где я нахожусь. Что это за остров такой? Где мой основной? Эй! Я что-то потерялся. Ага, вот где мы. Твою ж налево. Нашлись. Так, блестящий инвентарь забираем. Есть еще у нас? Нету. Так, вроде бы Костолома я хотел. Или кого же мне... Нет, Костолом у нас все норма. Да-да-да-да-да. Это, по-моему, все-таки древоруб. Именно его мы тогда с тобой не могли... отправить на прокачку. Верно же? Ну-ка посмотрим. Слушай, нет, с ним тоже все нормально. Да как тоже тогда у нас тут хандрит? Шепот смерти. Вот, по-моему, именно его, да? Чтобы обучить... Нет, с ним все отлично. Вот, друзья мои. Кревет. Именно кревета нужно было. Ну что же, отлично. Так, весночес. Давай-ка мы тебя покормим и отправим дальше обучаться. Так, ты лети за древесиной. Кто у нас тут следующий? На очереди, я что-то не понял. Так, ты давай не прохлаждайся, иди ищи. Нам нужен лес, нам нужна древесина. Так, что у нас тут? Древоруб просто сидит, дуркует. Так дело не пойдет. Ну, вроде бы как всех отправил. Так, давай смотреть здесь. Ну-ка. Да неужели, друзья мои? Наконец-то. Сардейка у меня стала титаном. Ну что? Будем дальше прокачивать или как? Давай-ка покормим. И пускай идет дальше прокачивается. Так, Барсик, у тебя-то как дела идут, а? Что ты мне найдешь? Давай 350 рун. Держи карман шире, Рэй. Никаких тебе 350 рун и не видать, как своих собственных ушей. Вот тебе 8 рун и хватит на этом, да? Ну, хоть на этом. Спасибо. Так, пускай он идет, у меня тоже тренируется. Так, а здесь? Ну, понятное дело, что фиг нам что выпадет. Я уже думал, что а вдруг? Но нет, ребят. Никаких вдруг здесь и быть не может. Шанс успеха неплохой. Конечно, неплохой. Я уже это неплохой, знаешь, сколько пытаюсь получить. Фиг знает сколько времени. Ну-ка, где мои роднульки? Так, забираем. Отправляем. Следующий у нас зеленая смерть. Ну, то же самое. Сломанный меч. Так, погоди-ка секундочку. А тут-то у нас что такое? Что это у нас за... Малышня тут прокачалась. Новая способность. Так, тебе нужно, парень. Хотя, погоди-ка, у меня есть другой динозаврик, дракон, который тоже не прочь, в принципе, прокачаться. И ты, я думаю, догадался, кто это, да? Мы про него забыли в последнее время. Так, переходим на фурию. И вот здесь вот как раз этот малыш. Лети, верхолаз. Прокачивайся. Так. Беззубика же тоже нужно прокачивать. Ё-моё.
Так, секунду. Так, блин, ребята, он не может. Он не может ничего другое взять, потому что не завершил, как говорится, свои дела. И, соответственно, пошел дальше на поиски в приключениях. Здесь мы ничего с тобой обменивать не будем. Так, здесь у нас награды. Получаем янтарь. Слушай, мне кажется, мы с тобой все-таки... Нет, не успеем мы получить бабочек нужное количество, к сожалению. А все почему? Потому что не было никаких событий. И именно этим они мне усложнили добычу. Обычно мы там бабочек с тобой добывали. А тут 3 дня. Нет, это не вариант. Я не успею, ребят, получить. Поэтому мне, наверное, придется покупать. Слушай, ну тут смотри. Вот кто из них крутой? Рассветный укус. Но мне хочется уникального взять. И я, наверное, тогда возьму уникальный. Так, а что он вообще умеет? Он умеет собирать железо, да? Острокоготь передвигается в бою с невероятной скоростью. Так быстро, что противники не успевают за ним уследить. Острокоготь. Но у меня его нету. И гейзерника у меня, кстати, тоже нету. Это 100%. Будем брать его или как? Нет, давай, наверное, все-таки его купим. Вот этого. Так, вот он, друзья мои. Уникальная новинка. Разместить. Сюда вот он хочет встать у нас. Ну, я возражать не буду, пускай он здесь и находится. Здесь у меня и мармелет находится. Тут же у меня будет болельщик сардельки. Звучит-то как болельщик сардельки. Так, открываем с тобой пак. Штарморез, костолом, шепот смерти, вострозуб. Давай, наверное, открывать будем редкий. И пойдем с тобой за 2 паками вождя. У нас там, кстати, из драконов никто прокачаться не желает. Я вот давненько не заглядывал, не смотрел. Но в последний раз, по-моему, все было тихо. Так, смотри-ка, смотри-ка, кто у нас тут. Начнем, естественно, с тобой с прихвостня. Ох ты, как больно. Ну, красный всегда атакует больно, ребят, поэтому не удивляемся ничему. Так. Взялись за Барсика, я смотрю. Плотненько так взялись они втроем. Ну-ка. Так, минус прихвостень. Этот опять сейчас будет кусать 100%. Опа! Не повезло тебе, бро. Слушай, в наших интересах его, знаешь, что сделать? Захомутать. Ну, ты понял, о чем я, да? Давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем это дело провернуть. Пока он под усиленной атакой. Твою дивизию. Так, ты-то что будешь делать? Понял. Короче, кусаем, а этого берем под контроль. Все, он сейчас поможет нам, наверное, добить ветрокрыла. Да иди ты. Сейчас будет заморозка лютая, ребята. Ё-моё, я же не думал, что он его не добьет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай, добивай его, все. Так, наши ребята проснутся или нет сегодня? Эй! Чё происходит? Слушай, он под усиленной атакой. Он сейчас будет, знаешь, как бомбашить. Воу-воу-воу-воу. Я боюсь, тут фейлом пахнет, ребята. Просто если бы я знал, что он не добьет, естественно, я бы начал бы ослепление вешать на ветрокрыло. Ты посмотри, что творит, а? Просто без остановки. Сейчас добьет. Сейчас огоньком своим поджарит нас. Да, фейл, друзья мои. Я вот думаю, может быть, нам поискать кого-нибудь альтернативу вместо Барсика. У нас вроде бы есть с тобой драконы, да? Которые имеют тоже 14 уровень. Надо будет после этого поединка, наверное, посмотреть, что у нас там творится. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило добить его. Так, этот у нас будет оглушать. Тут 2, кстати, ребята, дракона, которые могут нам сделать неприятности. Что этот станет, что этот. И этот уже начинает. И кого? Барсик. Как всегда, под удар попадает Барсик. Ну, а мы тогда хильнемся с тобой. От души, так сказать. И попробуем еще выстоять пару ударов.
Ну-ка, столом неугомонный, а. Бомбит Барсика. Причем люто бомбит. Так, ну что, скалотряса. Как уж по хвост. Блин, нифига, они распетрушили мне Барсика. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то пошло не так, ребят. Что такое у нас, а, происходит? Объясните мне, пожалуйста, на милость. Неужели сейчас ушатает? Слушай, это я уже где-то видел. Тебе не кажется? Так, а что это он пропустил ход? Интересно мне знать. Ударил, да? Так, на следующем ходу, ребята, он будет бежать. Ну, естественно, я этого ему не позволю. Мне нужно его бомбануть. Так, здесь мы кусаем. Так, он бежит. А, нет, он просто ударяет. Здесь мы опять его кусаем. Хотя... Ёк-макарёк. Не выходит у нас, друзья мои, ничего. Сейчас он разбегается. Потом он опять разбегается, да? Как это будет выглядеть? Он разбегается сейчас. Нет, тогда ему крышка. Фу, здесь нам повезло. Причем очень крупно. Ну что, друзья мои, я посмотрел, какие у меня драконы есть. Нету у меня 14 уровня больше никого. Громобой я прокачал до 12. Но мне кажется, это не варик. 12 уровень. Здесь 14 уровень не выживает практически. А про 12 и говорить-то нечего. Так, ты посмотри, что творят, а. Два. Так, Барсик и пристига... Я что-то не понял, что происходит с игрой, а? Они мне вообще не дают шанса тут никакого на победу. Просто никакого шанса нету. Ну, фаербол будешь запускать свой? Естественно, массовый к тому же. Здоровски. Так. Че, мы будем, наверное, брать того шитика под контроль, пока не поздно, да? Пускай он помогает нам. Нормуль. Так, ушатали. Поехали. Да. Видишь, что творит? Жучара. Фаерболами своими нас заплевывает. И вот сейчас кому-то не повезет. Ай-яй-яй. Так, а он хиляться, по-моему, может, да? Тут он сделал просто атаку. Есть шанс, друзья мои, его запинать. Я его использую сейчас. На тебе, жучара ты противный, а? Всех разносит у меня в последнее время. Ну, а мы с тобой забираем первый пак вождя. Так, чудовище, пристиголов, водорез, дикарь, кривоклык. Слушай-ка, а мы его можем прокачать? Или нам нужно поднимать ему левел? Можем. Ёк-макарёк, это первый... Дракон, друзья мои, который у меня получает 16 уровень. А до этого я прокачал кого? Громобоя до 12 уровня. Кревет есть 13. Ага, вру. Друзья мои, у нас, оказывается, есть костолом 14 уровня. Вот что я пропустил. Ну, Барсика я не смогу, да? Потому что нужен ему 51 уровень. Слушай, а может быть нам взять вместо Барсика костолома? Он красный. Давай попробуем. Так, снарядить. Вот так вот сделаем. Не знаю, что мы от этого выгодаем. Так, что они тут? Ага. Ну, естественно, шепот смерти в первую очередь идет на разборку. О-о-о. Ой-ой-ой. Сейчас прилетит кому-то. Я офигею, ребят. Так, мы усилились. Что-то мне подсказывает, фиг он у нас доживет, наш кривоклык. Да, они его разобрали. Вот жучары, а. Так, ну что, в любом случае нам нужно добивать его. А вот как дальше быть? Ай, если мы сделаем так, фигня, да? Наверное, нам придется вот так вот сделать. Понизить броню. Ага.
Твою налево, не один, так другой. Все сейчас, наверное. А нет, смотри-ка, пока еще терпимо, ребят. Пока еще терпимо. На тебе. У него такие слабые атаки, а? Когда он просто бьет. Еще и замедлили его, а? А этот сейчас опять свой фаербол. Мы на волоске от гибели. Так, сейчас будем... Блин, ты прикинь, у меня блокировка, но... О, ну он добьет, естественно, добьет его. И знаешь, что я боюсь? Что мы не вытянем. Мы здесь с тобой, наверное, и не вытянем. Так вот попробуем сделать. Заблокировать его, да? Всего на один ход. Все, сейчас вжарит. О, да ладно. Хм. Слушай-ка. Так, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно, пробьем мы его? Фигушки мы там его пробьем. Ай, ребята, ну все, мы тут сфейлились. К сожалению. А был бы Барсик, возможно, выиграли. Поэтому и придется мне его обратно, наверное, ставить. Ну, я его вернул. Посмотрим, как у нас пойдут дела. В гору или нет. Плюс у него только один, что он делает две атаки. Ну, эти две атаки... Блин, ты посмотри, а. Слушай, может быть, нам пока не тратить. Я хочу попробовать хильнуться, если успеем. Так, допустим. Ага. Так. Давай сюда такой. А ты что будешь делать? Блин, ребята, суперудар. От шепота смерти будет суперудар. Он даже без этого справился, да? Тогда сделаем так, вот таким вот с тобой вариантом. И громобой надо брать, наверное, на распетрушку. Да чтоб тебя. Так, следующий ход будет для него смертельным. А это сделает Кривоклык. Ё-моё, что он сейчас блокирует же, по-моему, да? Угу, блокирует способности. Ну и, соответственно, отнимает здоровье. Так. На два хода причем отключил нас. На два хода, а, во. Все, ребята. Теперь мы на коне. Теперь у нас все получится. Мы его сейчас разберем. Фу, я думал, что у нас с тобой немота была, и мы не сможем здесь выиграть, но, видишь, фортуна нам улыбнулась. Ну что, у нас, по-моему, последний поединок, и мы с тобой, если выиграем здесь, точнее, всех трех драконов сможем подбить, мы заберем с тобой парк вождя. Так, тихо, тихо, Громоль, не психуй. Так, а разберемся с тобой с шипострелом? Или как его, шипорез? Шипострел. Шипострел. Ну, вы поняли, короче. Так, а этот сейчас фаербол зарядит. 100% тебе говорю. Ты бич. По Барсику даже вскользь не прошло. Отлично. Так, ну что, давай захиляемся. Угу, отлично. Добиваем. И остается у нас здесь только лишь... Громоль. Но, в принципе, ребята, здесь все и так всем ясно. Мы его сейчас просто уничтожим. Понижение брони на нем висит? Висит. Так, давай-ка мы, наверное, вот так сделаем лучше. Что он тут сделает нам? Да ничего. Все. Победа. Так, а вот и пак вождя. Второй, кстати. Так, пристиголов, кревет, ужасное чудовище, шепот смерти, шипорез, водорез и опять кривоклык. Ну что, с аренами на сегодня, друзья мои, все. Да и, наверное, с игрой, потому что... Ну что мы с тобой здесь можем получить? Ничего. Я так же, как и вы, жду события, друзья мои, но, видите, их почему-то нету. И это немножко меня расстраивает, потому что ресурсов нужно много. Так, сколько у меня уже? 5 драконов, да? 85 уровня, а нужно еще 5. Ну ладно, одного мы с тобой отправили на прокачку. Так, секундочку, 87-й, здесь 80-й, как раз у нас кревет поехал качаться. А здесь 85-й,
Ага, вот здесь вот. Ну-ка, вернись. Опачки, и полетел он у нас тренироваться. Так, водорез, ты какого уровня? 85-го. Тут тоже 85-го. Ну, я даже не знаю, друзья мои. По-моему, только лишь кревет. Надо кого-то еще подтягивать. А кого? Кого можно подкачать, а? Смотри-ка, пещерный скалотряс и арбузозавр. Ну, я тебе об этом говорил, что это сородичи. Ладно, пускай идут тренировки, пускай подкачиваются, а мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!